В Люберцах продолжается капитальный ремонт многоэтажных домов. Благодаря региональной программе в округе уже преобразовалось 50 жилых зданий. Один из объектов, где завершаются работы, проинспектировал Владимир Ружицкий. Дом номер 7 на улице Московской построен почти 50 лет назад. Из-за солидного возраста фасад здания нуждался в реставрации. В этом году девятиэтажка вошла в программу капитального ремонта и приобрела новый облик. Здесь целый комплекс работ по оштукатуриванию, ошпаклевке и покраске фасада и всей фасадной части здания. Цвета согласованы, протокол есть. Ну, все в рамках действия жилищного законодательства работает. В этом году в список МКД, подлежащих капитальному ремонту, попали 125 домов. Масштабную работу доверили одной подрядной организации – компании ЛГЖТ. Профессиональные люди, специалисты, которые эти работы выполняют качественно. Мы до конца года все ремонты должны завершить. И у меня нет сомнений, что это будет сделано. По словам Владимира Ружицкого, работы, связанные с системой отопления, завершены полностью. В настоящее время в 16 домах городского округа продолжается замена лифтов. Луиза Игазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Всем привет! Меня зовут Мария Кузьмичева. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и будьте в курсе самых важных событий.